Всем привет, с вами Инженти, и добро пожаловать на I'm Junior 12 сезона. 1/4 нижней сетки, и первый на сегодня матч, это матч между командой Тапочки и Porn Empire. Сейчас я сделаю тоту погромче. Сегодня нас ожидает два Best of 3 матча. Один матч, собственно говоря, сейчас начинается. И один матч у нас сразу же после этой игры, если быть точнее, в 20Z. Ну а там как получится. Может игра затянется, может нет. Переходим к пикам. Тапочки взяли себе Бингу и Леона. Porn Empire, в свою очередь, взяли себе Снайпера и Вич Доктора. В бане находится у нас Тролль, Акс и Дроу Рейнджер от команды Тапочки. И Porn Empire забанили Кристалбека, Джаггернаута, Шторм Спирита и Фэнтом Ассасин. Четвертый бан команды Тапочки — это у нас Спирит Брейкер, и сразу же берут Клокверка. Ну вот, радует, что не будет уже таких сигнатурных героев, как Тролль, как Джаггернаут. Уже маленько меняется у нас мета. Появляются в пике всякие Клокверки, чаще снайперы. Третий пик от команды Porn Empire — это Дазл. И сразу же Сларк. Очень быстро у нас пикают команды, еще ни одной секунды. Бонус тайма никто не потратил. Команды уверены в своих пиках. Так, ну и у команды Тапочки остается еще мидер. В команде Porn Empire есть керри, есть два саппорта. Сейчас будет у нас, скорее всего, оффлейнер и последним пиком мидер. Хотя тот же снайпер тоже может пойти на мид. 5 seconds remaining. Посмотрим. Лина. Вот, Лина. Лина, скорее всего, там лидер. Даже не скорее всего, так и будет, потому что на оффлейн ее отправлять — это дело такое себе. Хотя и, возможно, ее поставят. Всякое бывает. Ну и переходим мы к последним банам. Команде Тапочки нужно банить remaining. Сейчас оффлейнера. Кентавр какой-нибудь, потому что команде Porn Empire нужен такой герой, который будет впитывать в себя весь дэмэдж. Может быть Тимберсоу, посмотрим. Вот, начали использовать бонус тайм. Банят Вайпера. Про Вайпера я-то и забыл. И последний бан на первой карте от команды Porn Empire — это у нас бан Квапы, и отвечает сразу же команда Тапочки Фэнтом Лансером. Получается, у нас Ларк идет на мид против Лины. Первое время он, конечно, будет терпеть. Все-таки Лина — это рейнджевой герой, который рейндж довольно-таки не маленький. Ну, посмотрим. И последний пик от команды Porn Empire. Посмотрим, кого они доберут. Нужен сейчас им герой на хард-линию. И желательно такой, чтобы потолще был. Кентавр, конечно, вряд ли сюда заезжает, потому что тут уже боевой довольно-таки пик, который в основном с рейнджи будет стоять и атаковать. Тот же снайпер, та же Лина, Вич Доктор. Вот берут Легион Командера. Неплохой инициатор. И как раз у нас отправится она на оффлейн. Разбирают у нас игроки героев. И сейчас мы начнем смотреть за первой картой Best of 3 первого матча на сегодня между командой Тапочки и Porn Empire.
Так, сразу открываем статистику. Команда Porn Empire. На Дазле у нас играет Лещи. Мажор играет на снайпере. На Легион Командере у нас играет Самурай. Курама играет на Лине. И на Дазле у нас Ято. Вот я вроде забыл. Не, всех назвал, все нормально. И команда Тапочки. София играет на Леоне. На Клокверке у нас играет Смага. На Винге у нас играет товарищ Хирсни. На Сларке Окле. И на Фантом Лансере у нас играет Пенетрейшн. Команды сейчас встретятся в Радиант Лесу. Все в смоках. Неожиданная встреча. Нужно сейчас Леона с Астана. Залетает в Дагестан от Винги. Но это все. Хотя нет, зацепили здесь Клокверка. Клокверк качал Коги. Отлично поставил Коги. Отрезал от себя врагов, но в любом случае он здесь будет умирать, потому что он тут остался один, и за ним погоня. Да, фраг забирает у нас Дазл, это First Blood. 20 секунд до выхода крипов. И команды сразу говорят нам, что будет бойня. Все-таки это уже нижняя сетка. 1/4, вылетать никто не хочет. Там Лансер тут один, как бы он сейчас не пострял. Каски есть у Вич-доктора. Не стал он кидать. А там... кто знает, что бы получилось. Смотрим на лайнапы команд. Наверх все-таки отправляется у нас снайпер. На миде у нас будет стоять Фантом Лансер против Легион Командера. Неожиданно. Так. Вот тут Винга поставит вар, тоже отправится наверх. Триплу. Клокверк получит крипов. Нормально. Ну, все-таки одного крипа пропустил. Да, все-таки Лина тут отправляется. У нас на оффлейн стоять одной. Сразу же тут нашли твард. Разбивают его. Тут снайпер. Угу. Трипла на триплу у нас получается. И вот тут Клокверк. Так. Ставит вард. Дазл. И на руну. Но подходы чекать все-таки надо. Нашел он тут Леона, немного погоняет его сейчас. Стан залетел еще. Вот, боевая, трипла на триплу. В итоге Леон очень сильно пострял, залетела еще одна шрапнель. У Леона остается 18 хп, и это второй фраг этой команды Porn Empire. Вот так вот, немножко погоняли. У нас Леона, но на миде. Фантом успел принести себе бутылку, отпивается, ставится пауза. Пострадал он тут немного от Легион Командер. В итоге сейчас тут съест Тангус. Клотнет еще бутылочки и продолжит стоять на линии. Снизу Лина. Второй уровень. Клокверк тоже второй. По крипам у нас Лина немножко опережает у нас Клокверка. Это в принципе понять можно. Лина, как я говорил, уже рейнджевой герой. И против милишника ей стоять очень и очень удобно. Какие-то лаги у нас у команды Тапочки. Нет, не Тапочки. У нас лаг писал Дазл у команды Porn Empire. Ну, вроде как лаги прошли. Будем надеяться, что никаких длинных затяжных пауз у нас не будет. И игры будут активными. И недолгими. Снайпер. Снайпер у нас 4 крипа. Имеется у него в рейсбенд. Вот, линия маленько пробушилась, это не есть хорошо для снайпера. Да, у него РНЖ, конечно, хватает, но все-таки приятнее, когда крипы ближе к твоей вышке, а не вражеской. Вот, снайпер нашел решение. Не крипов, так Сларка похарасит. Так, ну, теперь нужно ждать 6-й уровень у Легион Командера, ждать ее блинка, и там понесется. Вот сейчас у нее дабл дэмэдж в бутылке, но толку от него сейчас как такового нет. Ну, разве что крипов пофармить и более. Она тоже несет себе бутылку. Курьер пока ходячий, нельзя его еще апнуть. И у Клокверка тоже появляется бот. Приходится активировать дабл дэмэдж, регенится немножко. Уж
что, 2-0, третья минута по крипам. Мейн-герои пока у нас топ-1. Вот немножко снайпер, конечно, отстает на 3 крипа. Но не думаю, что это критично. По крайней мере, сейчас. Сверху линия постоянно подпушена к команде тапочки. Сларку тут, конечно, под вышкой фармить не особо удобно, но у него это получается. Вот тут даже базилку он включенный оставляет, чтобы не под вышкой крипы были, но в итоге снайпер постоянно пушит линию. Так. На миде сейчас 5-й уровень будет у Phantom Lancer, 5-й уровень уже имеется у Легион Командера. И сейчас тут будет стычка между ними на верхней руне. Собирает у нас иллюзии Phantom Lancer, и Легионка пострелит очень сильно. Легионка приходится кидать на себя хил и убегать. Локер обузит бутылку, и пока у него больше ничего не появляется. Сейчас будет какой-нибудь тапок, потом может быть вангвард. Смотрим. Лина, 500 голды, имеется тапок, бутылка. Скорее всего, тут будут фейзы, либо транквилы. Хотя маны у Лины сейчас не особо хватает. Может быть, и арканы появятся. Сверху саппорты. Саппорты у нас пока ничего такого не имеет. Вот удался, разве что только. Имеется тапок. Так, снайпер. Фейзы собрал. Так, потом уже 6-й уровень. Легионка опережала его на пол уровня, а в итоге имеем то, что имеем. Так, что тут курьер несет? Рейсбенд. Сларку. А тут, в принципе, все, Сларку летит. Вот, наконец-то линия пропушилась. Пропушилась она за счет отводов. Не знаю, плюс это или минус сейчас для команды тапочки, потому что Сларк хоть под вышкой получал опыт и голду, а сейчас он просто ничего не имеет. Все, снайпер, все у него. 4-й уровень, 21 крип. Не обнаруживает тут рун, забирает ее Клокверк. И Клокверк у нас на миде. Клокверк с шотом. И сейчас будет, похоже, врыв на Phantom Lancer. Смотрим, будет ли нет, хукшот. Можно давать. Под вышкой такое себе, на самом деле. Драться на 6-х уровнях. Если Phantom сейчас пропушит линию и зайдет за речку. А, уже ничего не будет, улетел отсюда. Клоппер наверх, тут у нас драка. Стан. Погибает у нас уже Дазл. Также погибла еще и Вингат. Все связали. Вич-доктор. Вич-доктор проседает очень сильно, но под регенкой. Регенкой и все. Нормально. Один в один размен. Разменяли саппорту. Хотя вот приходит Лина и Лагуна Блейд в Леон и разряжает. 2-1. Тапок появляется у Вич-доктора. Так. За Клокверком погоня. Клокверк батарейки подрубает. С разворота. Подходит сюда еще Сларк. Паунс будет или нет. Хотя, кому-то еще будет плохо. Залетает отличный каски. Стан залетает от Лины в Клокверка. И убивает его. Ну, а Сларк тут уже уйдет. Там вот на хайграунд. И все нормально. 5-2 счет. Впереди команда Porn Empire. На миде продолжает фармить Phantom. Ой-ой, как неплохо сейчас с него залетело. Появляется ПТ. Ну, а дальше будут, скорее всего, диффуза.
Лина сейчас может найти здесь битого фантома. Находит его. Стан. Не попадает фантом. Успешно от него уворачивается. Хукшот. Лину закрывает ее в боги. Такая вот месть. От Клоперка сейчас подошла. Как бы сейчас еще и легенка не постряла. Батарейки в кулдауне. Хил, каски. Приходит сюда еще дазл. И на этом уже все. Хотя. Так вот. Отталкивает своими когами сейчас. Всех от себя. Клокверка там Сларк убивает тем временем снайпера. Вот что значит оставить одного героя на линии. Успел он перед смертью купить себе бойцов Алакрити. И уже почти готова у него Яша. Тут рецепт остается. Смоук от саппортов команды тапочек. И выход на мид. Тут никого нету. Просто потерянное время. Сверху теперь остается один Сларк. Нужно ему быть аккуратнее, потому что может повторить участь снайпера. Вот, сейчас пришла легионка. Выход на нее. Хекс. Стан от Леона. И минус легион командер. Сделал сюда, конечно, ТП Вич-доктор, но поздно. Лина заходила с леса на Клоперка, но успел уйти, купил себе чейнмейл, с него еще Рапузы Мэджи, и это будет возвратка. Забил он на крейджиный тапок. Вот, сейчас ему нужно быть осторожным. Все-таки стоит он против Лины, которая имеется Лагуна Блейд. И мы вот видим, что Лина собирает себе еще и Йул, или Дагон. Ну, Дагон, скорее всего. Вряд ли будет. А вот с Staff of Wizardry нас Курама соберет. Йул. И будет комбинить через там. Так, что у нас Фантом? Да, Фантом у нас собирает Диффуза. Прилетает ему первый Blades of Alacrity. В лесах начинается драка. Шот. До сих пор живет у нас Винга. Погибает. Но вот убили уже снайпера. Хек залетает у нас еще и в Вич-доктора. Минус Вич-доктор. Стан по фантому. Ай-яй-яй, как же. По фантому говорю. По дазлу. Дазл тоже тут подстреет. И 3 в 1 размен. Вперед у нас выходит уже команда тапочек. По фрагам. По графикам мы видим, что по нетворсу. А у нас еще впереди команда Porn Empire, а вот по опыту уже впереди команда тапочек. Пала вторая вышка. Уже удар. Так, на миде. Собираются у нас Porn Empire. Будут пушить. Будут пытаться убить фантома, потому что он тут реально уже долго стоит. Два фрага, два ассиста. Диффуза не за горами. Так, Вич-доктор у нас собирает урну. Полезный артефакт. Шот мимо. И в итоге ничего не получается. Как бы сейчас тут Porn Empire опять не подстряли, потому что застоялись они, залетают иллюзии в бой дазла. Удак Finger of Death минус дазл. И блин, появляются у легионки и Лины. Пока я вспоминал героя, погибла здесь легион командер. Ассасинейт. Леона, минус Леон, подстрелит здесь снайпер, снайпер, снайпер! Гилят его, но снайпер может погибнуть, за ним погоня очень сильная, хотя мансует, нет, все-таки. Dark Pact и минус снайпер. 3 в 2 размен, там Клокер где-то погиб. А, как раз, не, подождите. Ассасинейт залетал в Леона, значит просто от вышки, походу.
Клокверк скончался, но перед смертью успел купить себе Бродсворд. И возвратка уже у него готова. И Мунстан успел все-таки уйти у нас в Доппелгангер. У нас Фантом Лансер. И не подстрелит. Появляется у него второй Блейдс оф Алакрити. Гуна Блейд. И вот так вот. Дубочка Лина все-таки добивает его. 9-11 счет. Лина топ-1 по крипам, по нетворсу тоже. Она на первом месте. 6200. Ну, неплохо. 11 уровень. И команда Porn Empire перетягивается на нижнюю линию. И сам будет пушить вниз, скорее всего. Шот. Залетает в Лину. Стан от Леона. И минус. Урама. 9-12 становится счет. Еще дабл дэмпер себе забирает бутылку. Локверк. Вот сейчас ему нужно гридануть тапок. ПТшечку какую-то сделать. Ну а там уже по ситуации. Может быть вангвард. Может быть сразу же пойти в аганим. Уменьшить кулдаун на кукшоте было бы неплохо. Снайпер. Идрилхаммер. Забирает, скорее всего, БКБ. Конечно, дистиллятор это круто, но магического урона у команды тапочек хватает. Ну а сверху оставили Сларка одного, и у него уже появляется Shadow Blade. Нельзя так делать. Пошел в леса Сларк. Если он так продолжит фармить, то и не за горами Искади. То же самое касается и Фантома. Но Фантом уже вроде как перестал стоять на миде, фармить. Постоянно Сосинейд залетает в винку. Сразу же дуэль. Минус Вэджифул Спирит. Хекс в легионку. Там разрядили Лагуну Блейд еще и в Леона. Снайпер там погиб уже каким-то образом, называется Дезвард. Дезвард там вроде никого не дамажил, хотя погиб еще и Клопер. Бедра подняла себя Лина, но погибает тут Фантома, и тут Фантом тоже погибает. Это минус 4 от команды Porn Empire. По графикам они возвращают себе преимущество. Так, итоги боя. Получили они 1400. Голды и 400-700 экспы после этой драки. Но вот в драке не был у нас Сларк. Сларк спушил вышку на миде. Так. Диффуза появляется у Фантома. И сейчас нужно быть с ним очень осторожным. Потому что если наплодятся его иллюзии, маны ни на что не будет хватать у команды Porn Empire. Да, конечно, инвиза сейчас у него нет, как это было раньше. Но в иллюзиях все равно трудно его найти в этой куче. Дазла здесь заметили. Подходят сюда еще и остальные герои команды тапочек. Но команда Porn Empire не особо хотят отдавать эту вышку. Или отходят. Ну, смотрим. Топ-1 по нетворцу уже вышел у нас Сларк. Это ракетка. А, это Мидрилхаммер. Мидрилхаммера он собрал себе Майлшторм. Incoming.
Трикшот промахивается у нас. Клокер, спалили его, что он в лесах. Дуэль будет ли в кого-то? Нет, стан залетает сразу же в легионку. И Finger of Death минус легион командера погибает. Также еще и Witch Doctor. Крест на Лину накинули. Ставится Свард. Лагуна Блейд минус Фантом минус Винга. Там еще погиб у нас и Лина все-таки от снайпера. Снайпера. Нет, снайпера. О, вот Фантома. Какой-то размен такой получился. Иллюзия, походу, до финале. И снайпер погибает от Сларка. Ответный размен после последней драки. 1400 и 400-200, соответственно, получает у нас команда тапочек. Голды и экспы. И нужно допушить эту вышку. Нет, разбегались у нас. Герой 2300 на руках у Сларка. Ничего пока себе не покупает. Татар. Его видят. АТП делают еще два героя. Так, ну и Witch Doctor. Как-то печально все. Вроде 8 ассистов, активно участвует в драках. Но есть урна. Покупает, конечно же, варды. Но больше ничего он не имеет. А какой-нибудь аганим на нем был бы очень даже неплохо. Вот Лина покупает себе Point Booster. Это значит, что скоро будет аганим, и Лагуна Блейд превратится у нас в чистый урон. И саппорты будут очень сильно страдать от этого. От легионка. Разрушает вторую вышку на нижней линии. А сверху у нас Фантом допушил. Т1 сверху. 1500 у него на руках. Тоже ничего не покупает. Что у нас Сларк? Да, Сларк покупает себе Ultimate Orb. И совсем скоро будет Скади. Лина. Еще 100. Голды. Может купить какой-то кусок на гоним. Так, Дазл. Дазл у нас собирает мелку. 20-я минута. Конечно, не самая быстрая мека, но без нее все-таки никуда. Так, Фантом. Не инвиза. Инвиза бегает. И курьер не добивает все-таки он его. 15 хп остается у курьера. И тэп-аут. Так, что ж, взглянем на графики. По Нетворсу уже команда тапочек впереди. После успешной серии драк. Ну, а по опыту они как были впереди, так и остаются. 22-я минута. Пройдемся по артефактам в целом. Дазл скоро будет у него. Мека, снайпер. Орбит маска. Неужели собирает мом? Ну ладно. Имеется у него Майлшторм и Яша. Легион командер Блинк БКБ собирает Отл и Фейзы. Лина. Юл, Фейзы. Поинт бустер. И Нул Талисман. И Вич Доктор. У нас Грейджин и Стик. И Урна. Надо тапочек. Так, тут сейчас сбили как раз таки клоперка. Неплохая такая тычка залетела от снайпера. В общем, клоперку у нас имеет Blade Mail и Худ. Сларк. ПТ. Shadow Blade и Ultimate Orb. Phantom Lancer. Диффуза. И ПТ. На руках у него 2000. Vengeful Spirit. Ассасине, так. И Лагуна Блейд минус Леон. Так. Винга. Медалька. Урна. И погибший Леон играет у нас с Транквилами. Да, мом появляется у снайпера.
Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Такие, что у нас на миде происходит. Dire's middle tower is under attack. Вернулся уже Леон. Ну и что? Будет что-то или нет? Нет, просто падает мешкам. Как ее? Команда тапочек не задефала. И Born Empire просто расходится. Сларк. 2400. Делает ТП на низ. Тайную лавку. Нет. Покупает он себе второй ультимейт орб. Тайная лавка подождет. Ну и в курьере летит блинк. Фантому. Сейчас фантому нужно как-то уплотняться, потому что чистый урон от Лагуна Блейд не ассасинейт от снайпера, и на этом он закончится. Radiant's middle tower is under attack. Пушат линию по миду, но команда Born Empire по верхней линии идет. Без фантома и Сларка как-то у них особо задефать не получится. Ну а собственно сам Сларк продолжает фармить. Скоро у него появится воин-бустер. И там чуть-чуть остается до скади орбов мино, который стоит 250. Это просто убить одну пачку крипов, и на этом все. Сверху упала вышка, точно так же, как и на миде у команды Born Empire. Radiant's bottom tower is under attack. 26 минута. По нетворцу. 500. Голды это не преимущество. А по опыту команда тапочек имеет преимущество в 3000 экспы. Но Сларку уже на самом деле можно отправлять курьера в тайную лавку, что он как раз таки и делает. Сейчас он дофармит тут еще чуть-чуть крипов, и уже можно нести себе готовые скади. Ну, конечно, у фантома этих иллюзий собрать ему еще мантастайл, и можно смело уже идти пушить как лев винный. Кейп у него в виде блинка, если что, имеется. Да, и Даппелгангер тоже в тему. Но Легион как-то медленно фармит свое БКБ. Вот только-только у нее появился Митрилхаммер. Блейд, 28 хп остается у фантома, все-таки нашли его, и снайпер его допинал. Так, сколько за него получили? Ну, не так уж и много. 600 голды. Я так понимаю, Лина себе хочет сразу целиком купить себе Аганим. 2200 на руках.
Ну, в принципе, полностью согласен. Вот появляется у нее став Wizardry и Ogre Club. Остается Blades of Alacrity. Полностью согласен, что покупать артефакты сейчас, тут шот в легионку. Ну, на самом деле, очень наглая игра, и то, если она сейчас умрет, это будет справедливо. Крест на себя кидает. А, Дазл кидает на Вич-Доктора тут. Хотя, неплохая драка для команды тапочек. Минус 2 уже. Минус 3. Фантом трипл килл себе оформляет. Тэп-аут пытается сделать. Снарк, стан. Минус. Дазл. Минус 4 от команды тапочек. Еще больше становится преимущество по экспе. И сейчас будет около 1000 преимущества по нетворсу. Никого не потеряли. 2200 получили. 2900 на руках у Фантома. Прыгает он на Лину. Она поднимает себя в Еул. Диффуза. Стан. И убегать. Дальше Фантому идти все-таки не надо. Снайпер сразу же угадал, какой правильный Фантом, но ассасинейт не зарядил. Сколько урона сейчас у него? 505 урона, убил бы, кстати. Может, подумал, что иллюзия. Так, тут смоук. От команды Porn Empire. На Рошана пока еще ни разу не заходили, но мне кажется, уже пора забрать Аегис. Да, вот команда Porn Empire как раз таки это и делает. Заход на Рошана, сбили Литву, сразу же стан. Ну и наваливать, наваливать, наваливать. Долетает ракетка на чек. И команда тапочек сюда стягивается. Могут, если прямо сейчас начнут драку, то успеют. Шот. Аегис валяется, забирает ее себе. Легион. Командер. Так, дуэль у нас была в снайпера, как я понял. От снайпера. Нет, я ничего не понимаю уже, что тут происходит. В итоге минус 3 от команды Porn Empire. Да ладно. Сларк тут еще остался. Сбил Аегис. Приходит сюда еще Фантом. Минус Лина. Минус снайпер. Трипл килл очередные от Фантома. 5000 голды у него на руках. И запинывает, запинывает эту легионку. Ультракилл. Боже, как этот Фантом играет. Это еще одно Скади. Скади? Серьезно? Может, лучше было бы собрать Тараску? Имея такие деньги на руках. Мана тапочек. 3000 нетворса. Спенс 7500. Экспы преимущество. 32 минута игры. И уже явная доминация. Видно на карте. Вот. Тапочка. Главное эту доминацию не потерять, не упустить. Но на самом деле я не особо понимаю команду Porn Empire. У них взят пик в основном на дальние атаки. Не лезть на рожон. Вот разве что только Легион Командер может. Да, и по-другому у нее не особо получается. Может лезть именно в гущу, именно в толпу. Но у нее не так и много хп. Да и еще не имеется ДКБ на руках. Вот только-только оно у нее появится. И уплотнится. Нужно как-то становиться ей плотнее, потому что 1500 хп для танка это мало, очень мало. Нужно собрать ту же Кирасу, собрать
не знаю, на плотность. А что думать, ту же Тараску собрать на плотность. Ну или хотя бы возвратку, потому что лезть с дуэлью и без возвратки, ну, конечно, можно, но когда вокруг тебя толпится 5 героев, команды врага, это такой себе. Вот она, БКБ. Шот. Сразу же убивает снайпера. Погоня за Дазлом. Баунс будет через 3 секунды. Шадоу Теннис. Легионка проседает очень сильно. БКБ кидают на легионку крест. На самом деле я не понимаю, что там осталось. Нужно было спокойно убегать. Нет. Только минус. Легионка тут залетает у нас. Думаю на блейд. С Ларком. И снайпер сделал бейбэк. Через который не смогли все-таки убить. Потом отличный свап был от Лины. И прописывает команда Porn Empire GGVP. Первая карта отходит команде Тапочек. Ну а мы с вами увидимся на второй карте, которая начнется совсем скоро. Никуда не расходитесь. Я вас уже карту комментировал. Ingenti это Junior. 12 сезон. Нижняя сетка. 1-2.